вот женщина в современной России поддается поговорке каждой избушки своей погремушки. Есть отдельная линия child-free, женщины, которые отстаивают свои права и не хотят рожать детей. Мы их не можем перевоспитать. Если бы у меня был тренинг, как остаться счастливой рядом с мужчиной и как раскрасить жизнь своим близким, то child-free туда не вписывается никак, они никогда не придут на мой тренинг. Есть женщины, которые зациклены на карьере, они все равно плачут на приеме о том, что у меня нет семьи и детей. Есть те, которые нарожали кучу детей взрастили мужа и понимают, что они при муже никто. И тоже у них такая идет большая ломка. Женщина в России, как всегда, в поиске. И, как ни странно, сейчас более счастливая, чем была раньше, потому что у нее прибавилось денег, у нее появляется заначка. Она, если хочет, она может работать и учиться. Она может успеть совместить карьеру с личной жизнью и в 40 лет выйти замуж. И сейчас выглядеть на 20-40 стало правилом хорошего тона. Поэтому женщинам стало жить веселее. По крайней мере, те, которые забарахлялись, теперь, наконец, могут шить, вязать, вышивать и использовать свои таланты. Те, у которых ничего не было, в кризис накупили, теперь переступают через свои запасы. Те, которые не умели готовить, наконец начали готовить. Те, которые никогда в жизни не копали, в связи с кризисом начали высаживать хотя бы петрушку и укроп. Нам не скучно жить в России, женщина никогда не будет здесь бездельничать.